Народ, привет! Недавно нам пришли вот такие вот микромоторчики. Микромоторчик с номенклатурой N20. Тут, конечно, еще кое-что написано, но в продаже он позиционируется как N20. Значит, что? Те, кто смотрит мой канал, знают. Я хотел, не посмотрел я размеры, вот, а хотел их поставить на модель УАЗика к 16 масштаба. Вот, один, чтобы вперед крутил, другой назад. Там ВПЛовские мосты у меня стоят. Вот. И хотел, значит, я ими управлять. Заказал я уже сейчас отдельно N30, побольше моторы. Вот, но надо все-таки нам проверить и эти. Посмотреть, на каком вольтаже, как они будут крутиться. Посмотрим, сколько они у нас поддерживают и какие будут обороты. Значит, попробуем использовать вот такой аккумулятор. Так. Аккумулятор это у нас на 6 вольт. Так, проверяем. Семь и четыре, значит. На чем мы сначала проверим? Проверим мы на моторчике. От Урала, который у нас не хочет работать. Значит, что мы берем? Мы берем минусовой сюда и плюсовой. Не крутится. Так, проверяем рабочий. Плюс сюда, минус. Все. Вот такие обороты. Это у нас 7,4 вольта. Ну что, проверяем сразу? Или все-таки попробуем меньшим вольтажом? Вот, ребят, 7,4 вольта. Если честно, я удивлен, но он очень даже неплохо крутится. Давайте попробуем отключим все это дело. Так, надо сделать так, чтобы у нас не закоротили крокодилы. Вот. Так. Очень даже нормальная мощность. Так, возьмем мы сейчас с вами Кембрик термоусадку. У нас есть вот такой мост ВПЛовский. Ах, все не налазит оно. Сейчас попробуем. Мне просто соединить нечем. Сейчас мы на термоусадочку вот сюда наденем. А вторую часть сейчас наденем на наш мотор. Так, вот так надел. Интересно. Хочется сейчас подкинуть и посмотреть на вращение, с какой скоростью будет вращаться колесом при 6 вольтах. Это у нас получится сразу максимальные обороты. Что выдает? Моторчик, кстати, написано 200 оборотов. 200 оборотов.
Прикрутим сейчас колесо. Не знаю, получится мне или прокрутится. Так, значит, будем держать колесо. Ну, оно во, будет крутиться. Не знаю, вроде должно у нас что-то получиться. Ну что, проверяем. Так. Тут такие маленькие прям эти контактики. Ну-ка. Так. Надо как-то держать. Не очень удобно. Так, чтобы колесо крутилось. Еще нам надо... Ох, как бы нам все это дело взять, блин. И еще бы вам все это дело показать. Ну-ка, пробуем. Смотрите, значит, вот вращение. Двести оборотов в минуту от 6 вольт. Держу сейчас двигатель в руках. Двигатель как бы греется, но просто тепленький, не сильно. Так, все, отцепляемся. Так, это было у нас с вами вот такая вот у нас проверочная система. Кардан, ВПЛовский мост, и на термоусадочку мы посадили сюда этот моторчик. Кстати, лайфхак для тех, кто хочет сделать себе быстро удлиняющий кардан. Вовнутрь вставляем какую-то стальную железочку какую-то. Вот. Все это обжимаем термоусадкой. И, в принципе, он и ходит. Вот. И он не порвется, никуда не денется. Так, значит, что мы делаем дальше? Мы сейчас меняем аккумулятор и ставим сюда уже 7,4. Вот, но нам надо придумать какой-то переходник. Так, народ, смотрите, значит, теперь давайте посмотрим максимальные обороты от уже 2S аккумулятора, как мы будем его использовать, сгорит он или не сгорит. Так что давайте проверять. Работает. Обороты вроде бы ничего. Но я из-за того, что это у нас, блин, без рулевой, и одеть мне сюда нечего. Колесо у нас работает нестабильно. Ну-ка, пробуем вот так еще раз. Двигатель, в принципе, не греется. Обороты какие-никакие есть. Я думаю, то, что этот мотор все-таки имеет право на существование. И все-таки я думаю, что его стоит попробовать поставить на УАЗик. Так что моторчик N20, мотор-редуктор, 200 оборотов в минуту, имеет право быть на модели. В принципе, крутится, не греется. Самое главное, не греется. Вот я сейчас все-таки кручу, проверяю. Он не нагрелся практически. Вот. Обороты не очень большие, но он переваривает. Получается 7,4 вольта 2S. Ну, заряжены-то они больше, максимально 8,4. И он, в принципе, их
держит нормально. Так что я думаю, стоит попробовать их поставить на УАЗик и посмотреть, хватит ли этих оборотов или нет. Ну вот как-то так. Моторчики мы с вами проверили. Вот. Что хотел узнать, я узнал. Надеюсь, вам эта информация тоже была полезна. Потому что моторчики, в принципе, недорогие. Вот. И, в принципе, мощные. Мне они понравились. Вот. Сделано у них все хорошо. Они, получается, у нас, вот, смотрите, металлические мотор, редуктор, все там, шестеренки все металлические. Вот. Маленький, да удаленький, я бы сказал. Так что попробуем все-таки их, так как они не сгорели от 2С аккумулятора. Я прям думал, маленький такой. Вот. Так как они не сгорели, значит, можно их все-таки попробовать. Посмотрим, значит, при нагрузке не свернет ли шестеренки. Вот. И будет ли он тянуть. Сейчас-то мы пробовали без нагрузки, без ничего. Вот. Колесо крутится. Попробуем под нагрузочкой. Ну все. Спасибо за просмотр. Всем пока.